ये पैसा मने मने Всем добрый день, на связи Владимир Гунтарук и замечательный проект LikesRock. Я думаю, что многие уже о этом проекте слышали и многие о нем, то есть многие в нем уже зарабатывают, потому что этот проект уже, я бы сказал, совсем не новый, он уже работает довольно длительное время и он, кстати, даже не один. Проектов здесь всего 4. Это LikesRock, Maya Group, Posting Blues и Landing Jazz. То есть, если вы проходите регистрацию в одном из этих проектов, то под этим же логином и паролем вы входите и в другие проекты. Либо входите в какой-то один, и вот тут вверху просто можете между ними переключаться. Вот это у нас будет Maya Group. Вернулся на LikesRock. Так, ничего страшного. Вот это Posting Blues. Так будет выглядеть. И Landing Jazz. Но об этих проектах я, возможно, расскажу в других видео. Сегодня мы поговорим именно о LikesRock. Так. Здесь можно купить VIP статус. Нажимаете тут на оплату VIP статуса, можете выбрать период, платится здесь в евро, 5.99 за 15 дней, 9.99 за 30 дней, 24.99 за 90 дней, 39.99 за на 180 дней и 59.99 на год, на 365 дней. Что дает VIP статус, вот тут можно почитать. Бонус на пополнение счета плюс 10% к сумме пополнения. Возможность устанавливать вознаграждение за выполненную задачу. Вот. Задачи отображаются первыми в своей ценовой категории. Возможность получать вознаграждение за выполнение задач в 2 раза больше, чем у обычного пользователя. Доступны для выполнения все активные задачи в сервисе без ограничений. И приоритет при обращении в службу поддержки. Так, дальше можете заполнить свой профиль. Вот так будет выглядеть ваш профиль. Тут вы можете писать какие-то посты, как в социальных сетях, да. Тут можете прикрепить свои соцсети, свой сайт, свой скайп. То есть, если человеку будет интересно, что вы тут у себя пишете, да, заинтересует какое-то ваше предложение, он может перейти в любую вот вашу соцсеть или ваш скайп и с вами связаться, нажав всего вот на эти иконочки. Так, дальше. Можете пополнить баланс, чтобы купить VIP статус. С таких платежных систем, как PayPal, Visa, MasterCard, Яндекс.Деньги, Advanced Cash, Empire и Bitcoin. Также можете смотреть свой баланс. Вот тут ваш баланс, который есть на данный момент. Здесь всего бонусов, которые вам будут начислены. Все ваши пополнения. Здесь ваш заработок. Сколько вы вывели с проекта и расход. Проекте. Вот тут тоже можете за этим всем следить. Дальше у нас идет реферальная программа. Вот тут вы можете за ней следить, смотреть, сколько всего заработано в проекте, сколько реферальных всего, сколько всего заработано для вас, сколько за сегодня заработано, реферальных за сегодня, ну и заработано сегодня для вас. Вот смотрите, заработайте деньги с нами до 31% реферальных выплат. Это очень хорошо, да. Рефералы, реферальная система здесь 3 уровня. Как видите, у меня открыт только первый. С первого уровня будете получать 20% от пополнения баланса
вашими рефералами и 5% от их заработка. Со второго уровня 5% от пополнения баланса рефералов и с третьего уровня 1% от пополнения баланса вашими рефералами. Также здесь ниже будут ваши реферальные ссылки и уникальные лендинги. Давайте один посмотрим, как примерно он будет выглядеть. Так, вот так будет выглядеть ваш лендинг, на который вы можете приглашать людей. И если человек заинтересуется этим проектом, он зарегистрируется и будет в нем работать. Вот тут можете выбирать ваши ссылки на Maya Group, на Posting Blues, на Likes Rock и приглашать в любой из этих проектов. Да? Но если вы пригласили в один проект, то начисления, насколько я помню, должны идти со всех проектов в один баланс. Вот видите, у меня в Likes Rock вот такой вот баланс, и сейчас мы на Maya Group, и баланс тот же. Дальше здесь есть промо-материалы. Это вот различные баннера, по которым вы можете приглашать людей в проект. Даже видео есть. Дальше, чтобы... дальше. Можете создавать здесь задачи. Давайте вот посмотрим список задач. Это мои две активные задачи. Вот ссылка на проект и ссылка на статью на моем блоге об этом же проекте. То есть люди переходят, смотрят, регистрируются и приносят вам начисления в каком-то проекте, в который вы будете рекламировать. Чтобы создать задачу, нажимаете вот тут «Создать задачу», выбираете категорию, вот ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, да, выбираете любую. Давайте покажу, например, на Ютубе. Вот, на Ютубе можете создать задачу на подписки, лайки, просмотры и дизлайки. Давайте создадим на просмотре. Сейчас перейду на свой канал. Возьму какую-то ссылку. Так, вот мой канал. Возьмем ссылку, например, на последнее мое видео. И вставляем ее вот сюда. Как видите, здесь все на автомате заполнилось. Название видео, ссылка на видео, описание. Дальше можете выбрать цену, которую человек будет получать за просмотр вашего видео. Цену можете выбрать только если у вас есть VIP статус. Ниже можете включить ограничения в день, поставить сколько хотите. И ограничения всего, сколько просмотров вы хотите. И нажимаете «Создать задачу». Давайте перейдем теперь в список задач. И вот видите, наша задача уже есть. Надо только пополнить счет, и просмотры на YouTube у вас уже пойдут. Мне ее не надо, потому я ее удалю. Также можете заказать здесь баннерную рекламу. Вот нажимаете «Загрузить баннер», выбираете размер, сюда загружаете баннер, тут вставляете ссылку на сайт, на который будут переходить люди, которые будут кликать по баннеру, стоимость показа тоже выставляете и ограничения, и также нажимаете «Загрузить баннер». Давайте теперь уже перейдем к самому интересному, как здесь можно заработать. Чтобы зарабатывать, здесь можно скачать Skype клиент, то есть, извиняюсь, не Skype клиент, а LR клиент, Likes Rock клиент. Давайте я покажу. Вот, запущу его сейчас. Тут выбираете язык, вводите свой логин и пароль, нажимаете «Вход» и начинаете работать. Вот, у меня почему-то
не заходит. Вот смотрите, пишет, требуется как минимум Internet Explorer 10, да, но у меня такого браузера нет, я пользуюсь Google Chrome, вот поэтому он не запускается, да, мне в принципе и не надо, вот, но кому будет интересно, я могу специально установить и снять видео, как работать с этим клиентом, вот, но я работаю без него. Вот, смотрите дальше, мы можем здесь зарабатывать на Maya, то есть на другом вот этом сервисе, да, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники, Ютуб, Пинтерест, Скайп, веб-сайты и Google+. Давайте посмотрим, например, на Ютубе. Вот, здесь есть подписки, лайки, просмотры и дизлайки. Давайте попробуем на просмотрах. Вот, все просмотры, видите, 20 страниц есть на данный момент. Работать здесь легко, нажимаете просто просмотр, нажимаете начать видео, и вот видите, пошел таймер. Когда проходит 15 секунд, вам автоматически начисляется вознаграждение денежное за просмотр видео. Вот, смотрите, прошло 15 секунд, и денежка поступила мне на счет. Дальше нажимаете закрыть. Вот, видите, баланс пополнился. И дальше вот опять все повторяете и так проделываете со всеми. Давайте покажу еще на каком примере. Например, на веб-сайтах. Просмотр сайтов. Делайте все так же, как с видео на YouTube. Нажимаете просмотр сайта, он открывается в новой вкладке, ждете, пока загрузится страница, и вот видите, идет вот такая линия, и когда она придет в самый конец, вот, почему-то остановилась. Так, давайте попробуем какой-нибудь другой. Вот, это идет хорошо. Давайте подождем, пока оно подойдет к концу. Вот, пришло к концу. И дальше, чтобы получить денежку, вы выбираете значок Like Срок. Это, конечно же, вот он, вот такой. Нажимаете на него, и вот ваш баланс опять будет пополнен. И так делаете со следующими. Можете выбрать любой здесь вид заработка. Вот. ВКонтакте, паблики, подписки, группы, репосты и лайки. В Твиттере, вот, читатели Твиттера, твиты, лайки. Вот. И вот со всеми этим можете работать. И довольно неплохо таки здесь зарабатывать. Вот такой у нас интересный проект. Про эти вот остальные три проекта Maya Group, Posting Blues и Landing Jazz я, возможно, тоже сниму видео, как работать с ними. Я, если честно, в них пока еще не разбирался, но, возможно, и сниму. Если вам будет интересно посмотреть, чтобы я снял вот на эти проекты тоже видео, напишите в комментариях, и я сниму видео и об этих проектах. Вот. Так что вот такой, друзья, интересный проект. Вот так в нем можно интересно зарабатывать евро. Кому видео понравилось, было полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.